Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 7 декабря. Сообщают о том, что сегодня в Одессе продолжаются аварийные отключения света. Графики сейчас не действуют. Просьба ко всем жителям нашего города и области набраться терпения и сохранять спокойствие. ДТЭК сообщает, что из-за российских террористических атак на данный момент в Одессе продолжаются аварийные отключения света. Энергетики уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома каждого жителя нашего города. Также хотел бы сообщить о том, что городской электротранспорт сегодня работать не будет из-за отсутствия электроэнергии. Об этом заявляет мэрия. И относительно погоды. Погода сегодня в Одессе нелетная. Идет дождь. Такой не сильный, но... Не сильный, но сильный, так сказать. Как бы оно такое постоянно что-то сыпет. И прям такой ветер сильный. И очень сильный туман на улице. Поэтому водителям, да и пешеходам предельно быть осторожными. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу буду сообщать. До встречи в новых видео, всем пока.